православный календарь. На Шадринфо. Дорогие братья и сестры, по традиции уже в третий раз. В прошлые года освящение куличей, как вы видели в информации, в газетах, освещались по местам, в ресторанах, там, в горпо, в магазинах. А сейчас очень приемлемое и доступное, и для нас очень доступное место, где мы можем пообщаться и пройти, осветить ястепитие рабом Твоим, то есть всем нам. И вот накануне Пасхи Христовой, Великой Субботы, сегодня Великая Суббота, я вас всех поздравляю с этим, с Великой Субботой и с предпраством Пасхи Христовой, торжества из торжеств и праздников из праздников. Сердце начинает веселиться, и когда на гроб Господень мы узнаем, что сойдет огонь божественный, то мы еще будем знать, что жизнь наша жительствует. То есть еще Господь дает нам время на покаяние, на делание добрых дел, на все то, что мы называем нравственное и духовное возрождение. Мы, конечно, к празднику суетимся, суета, сует и томление духа, как говорил царь Соломон. Но предпраздничные дни, они всегда такие. И хорошо мы делаем, что благословение Божие с освящения начинаем разговляться. То есть ваши продукты, которые вы приобретете на этом рынке, будут освящены. Я каждый палаточки подхожу и неукоснительно все освещаю освященной малым освещением святой водой. Я желаю в эти праздничные дни, уже осталось буквально несколько часов до пасхальной службы, она начнется во всех храмах нашего города, половина 12-го ночи или 23:30, и в 12 часов крестные ходы в наших храмах нашего города одинаково начнется и закончится освящением артесов и уже пасхальным чином, не как сейчас, а пасхальным, когда мы друг другу возгласим жизнеутверждающие слова: «Христос воскресе, воистину воскресе!» И Пасха Божия спасительная продолжается 40 дней, и мы не приветствуя, не здорово, не привет будем друг друга приветствовать, а словами: «Христос воскресе, воистину воскресе!» Этими жизнеутверждающими словами 40 дней мы будем друг друга ходить в гости, общаться и приветствовать. Желаю нашему городу процветания. Приходите в храмы Божии, наполняйте, молитесь за ваших близких, родных, за наш город, чтобы он процветал, чтобы люди были добрее друг другу, милосерднее. И русский человек отличается как раз добротой души. Поэтому Бог помощь в радости духовной, в радости праздственной отметим Пасху Христову и в радости возопиим слабзанием Христовым. Всех поздравляю и желаю милости Божией, здравия духовного и телесного.